Друзья, харьковчане, этот праздник – напоминание о том, как дорог нам мир, как безгранично ценна человеческая жизнь. Этот день был, есть и останется особенным для каждого харьковчанина. С праздником, Харьков! Но знаю, что у нас в семье с войны письмо хранится. Еще, наверное, не женат, тогда на нашей маме писал отец, простой солдат, влюбленными словами. Писал отец, простой солдат, влюбленными словами. Янка Цырка!